«Нет ничего хуже, когда крест наружу», – так ответил профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов на вопрос одного слушателя его лекции, нужно ли скрывать свою веру и показывать ее всем. Например, когда едешь в транспорте мимо храма и крестишься. Алексей Ильич сказал, кто мешает? Перекреститься мысленно, помолившись, никого не смущая и не показывая себя. А уж сколько обнаружилось несогласных с профессором и не передать. Видно, себя считаю сильно верующими, исполняя свято заповеди. Попробовал я однажды спросить таких верующих, любите ли вы Бога? И к моему удивлению услышал глупый вопрос. Конечно, кто же не любит? Вот вам налицо наши, в кавычках, знатоки Евангелия, которые не открывали наверняка. А то бы знали, что Господь сказал, меня любит тот, кто заповеди мои соблюдет. А когда задал такой же вопрос маленькой девочке лет 10, верующей, то услышал неожиданно, нет, наверное, не люблю. А я спросил, а почему ты так? Ответила, ну, я заповеди не соблюдаю. Вот у кого бы, дорогие друзья, поучиться надо было бы таким «воцерковленным» в кавычках.